Всем привет! Снова добро пожаловать на наш канал. Если вы не знаете, хочу вам рассказывать. В 2018 году наш президент Абдель Фаттах Аль-Сиси, он сделал кампейн, называется «100 миллионов здоровы». В этом кампейне было как бесплатный анализ для всех египтян, которые у них гепатита С, просто чтобы знать, у вас есть гепатит С или нет. Я была в этот кампейне, я работала в больнице, было лечение для всех бесплатное. Сейчас FDA даже сказала, что в Египет это 98% народ нету гепатита С. Был такой препарат Мифрубак. Мифрубак и диаклосвирил. Мифрубак надо бить 3 месяца, и диаклосвирил 3 месяца. По цене это стоит 120 фунтов, а это 900 фунтов. Все вместе на 3 месяца это как 3060 фунтов, это по нашему курсу 102 долларов. Это будет самое лучшее, чем в Индии или в другая страна, это точно. До того, как мы закончим видео, я хочу вам напомнить, что все эти препараты под назначение врачом. Я не советую никому покупать. Это если ваш врач записал вам эти лекарства. Всего хорошего!